Илюха только что поймал карасика. Какую-то большую, блядь. Покажи хоть карасика-то. Опять на верхней, блядь. У тебя, в смысле, два крючка там? Да. А, с поводочком? А, тут не было карасики. Вот. Ладно. Ты видишь, какая снасть? На яровом рулит. Маромышка. И простой крючок. Чуть-чуть выше мормышки. У меня такая есть. Работает, да нет, да нет. Илюха только что вытащил карасика. Так, вот поймал карасика на поводок, на верхний крючок. Так что, мужики, экспериментируйте, пробуйте на поводок, на крючок. Не всегда со дна клюет. Не взять даже его сопротивляться. На верхний крючок. Так, мы находимся на Яровом. Сегодня 28 января. Хороший. Кто говорит, что на Яровом не клюет, не слушайте. Езжайте, проверяйте. Ушли от берега 1000 метров. Больше даже. Больше. Ну, 1000 плюс. Полторашка, наверное, точно. Да, попробуем на треску. Вылези, поймай. Вот я поймаю сейчас. Так, Илюха поймал на тряску. Чего-то поймал. Или кого-то. А поймал он карася. Горбач. Ой, какой. Красавчик. Красавчик. Вкусный карась. Давай, иди. Иди. Сейчас нагреем мормышку. Все должно быть четко. Вот такая мормышка у нас. Снимаешь? Так вот светится, красивая такая. Ну вообще. Все, я тоже буду рыбачить. Так вот ты давай снимай, ты тебя все равно не клюет. Сейчас будет. Ну, я тебе и поделюсь с тобой рыбой, что ты переживаешь. Ну, я здесь наворочу и все равно здесь. Подставки от Игоря в чистом поле. Были вообще. Раньше были, сейчас не знаю, правда. Ну вообще удобная вещь. Не надо нагибаться. Сидишь так прямо, раз так одну, вторую, да. Ну раз, вторую, третью. Сейчас поставим все, посмотрим. Где-то мне еще будет. Уже примерно килограмм по 5 поймали. Ты покажешь нам, Илья? В принципе, карась не маленький. Нормальная вещь, короче. Угу. Покажу, допустим, любого. Вот. Ну да. Такой у меня красивый. Такой же. И примерно столько же. Да. Красивый. Весь красивый, весь хороший. На мотыля, на малинку. Пробовал насаживать этого, кто он? Опарика. Поклевок не было. Всем не хвоста, не чешуи.